поехали за Димасиком. Значит, в больницу заехать, анализ для Димасика. Трелёвочник стоит. Сейчас, наверное, в запое опять. Без колес, блядь, классно ездить. А? Да. Да. Короче, качаем, вернее, спускаем колеса, блядь. Она жестко ездит. Проверил давление. Давление, блин, 2,6 в каждых колесах. Спускаем до двоечки. Баба, деда, мам. Баба, деда, мам. Баба, деда, мам. Баба, деда, мам. Знаешь ты кто, Дима? Ты пингвин. Как пингвин ходит? А? Пройди сюда, как пингвин ходит. Ты так же ешь, как пингвин. Давай, 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 иди. Будь здоров. Как пингвин. Пингвиненок. Ну, вот все, отпингвинился. Вот мы опять паровозики смотрим. У нас контейнера идут. Что-то по одному двадцатику на вагон. Не жирно ли, блин? Или в этом контейнере 60 тонн, блин? Че это за херня? Тут три контейнера должно войти. Они по одному, блин. Лучше бы машинами отправили, нафиг. А тут сороковка на один вагон. Само то. А тут что-то как-то жидко, блин. Вот сороковник еще ладно. Скажи пока, паровозик. Дима, скажи паровозику пока. Нет. Не будешь говорить пока паровозику? Все. А? Все. Все. Сейчас ждем, когда другой конь поедет. Никакого тут Wi-Fi нету. Есть две, но они такие слабенькие, блин. Это вот электричка опять четырехвагонная, или как трамвай нахрен едет. А вон, Дима, смотри, электричка. Уже больше вагонов. Там дяди, тети едут. Мальчики, девочки. Да, Дима? Сейчас посигналит тебе, нет? Не, не посигналил. Будешь махать-то, нет? О. Мало народу едет вообще. 2-3 человека, блин. 6 вагонов. Еще еле едет. На Кузина пошла. На Кузина пошла. Все, пока, да? Это можно сказать пока? Нету здесь ни хрена никаких интернета, тут ничего не едет. Па! Едет, да? Это пассажирский. Хер знает, как он называется этот. Так, это что у нас за вагон? Непонятно, какой-то спецвагон, блин. С серебряными буквами был. Откуда куда едет, хрен его знает. Раньше хоть таблички были, блин, сейчас ничего нет. Ресторан. Вагонов мало, блин, стало. Все, уехал. Но он далеко был, неинтересно. Смотри, Дима, электричка идет. Дим, вон, смотри, электричка идет. И паровоз идет. Смотри, Дима, Дим, смотри, вон электричка идет, вон, видишь? А с этой стороны паровозик идет. Видишь паровозик, да? О, товарняк. А ты кого машешь-то? Там никого нет вагона. Автовоз.
Вот здесь бибики везут. Бибики. Вот, смотри, Дима, бибики. Toyota Land Cruiser он там стоит. Пикапы какие-то. Пикапы, блин. Одни пикапы. Товарня. Вот этот цементный вагон, да. 100%. Вот цементный вагон. Стоп, ну никак не зерновоз. Это холодильник. Вернее, бывший холодильник. Товарняк, вот эти полувагон или их самосвал. Вот тут бочки пошли, да, вот два контейнера 20-чика. Это вот у нас емкости. Бензин. Вот нам бы такую бочку бензину во двор поставить, да? Сколько бы на машине могли бы ездить? Это вот нефть тут, наверное. Ну тоже бензин наверняка. Нет, АК-305, что это такое? Это не бензин, ни хера. Это какая-то жидкость химическая, блин. АК-305. Да, вот у нас есть там в подписчиках железнодорожник. Вот он нам ответит, что такое АК-305. И там еще табличка 33. 33-12-03. Что это он такое везет, интересно? Такое, как взорвется посреди Екатеринбурга, и хана. Бензин С. Это голубой вагон, блин. Окей, смотри, Дима, новенькие вагончики. Видишь, новенькие вагончики? Или с капремонта. Выкрашенные. Это нефть. Раньше возили. А это вот, не знаю, что, химию какую-то везут. Взрывоопасную или пожароопасную, блин. Да. Бочки. Да. Тут много-много жидкости. Вот бы, Дима, столько газировки, да? Всю жизнь бы пил, да, Дима? Вагоны, да, это у нас. Бочки. АК-305 весь состав. А это хера знает, что такое за вагон. 80-18-24. Не знаю. Это вот уже зерновозы конкретные. Два зерновоза. Опять бочки, метанол какой-то. И вот это зерновоз. Ну или комбикормовоз, удобрение, что он там. Но никак не цемент. Все. И тоже красненький значок у него, видишь, сзади приклеенный. А электричку пропустили, да, мимо? Ты там делал. Да? Ждем следующий? Да? Ты куда пошел? Обратно садись. Нельзя ходить. Ну, мам. Не-не-не-не. Нет. Нет, нельзя. Садись сюда. Нет. Нет, домой-то пойдем сейчас. И еще паровозик идет. Вон паровозик идет, свежий электровозик. Опять РЖД вагоны. Откуда куда, хрен его знать, не написано. Че у них? Дима, стой. Смотри, паровозик-то где? Мама. Вон паровозик, да. Вон вагон-ресторан есть, значит, дальняк. И там он еще сзади почтово-багажный. Прикрученный. На всякий случай. Зато быстро тоже доходит товар отсюда. Да? Ну вот и все. Досмотрелись паровозики, да, Дима? Опять авария. Только постирались. И опять авария. Все, поехали домой. Так, ну все, аварию исправили. Памперс одели на всякий случай. Пойдем дальше смотреть. Так. Вот и дизелек пошел. Но мы его, конечно, просмотрели. Это натуральный дизелек. И опять самосвалы. Или, извиняюсь, полувагоны. Пойдем. Ну вот мы снова на месте. Дизелек вон отходит. Этот поехал. Тронулся. Тоже опять это АК-305. Это уже, кстати, второй состав такой. Что, какой-то массовый завоз чего-то идет.
А дома посмотреть в интернете, что, что означает АК-305. Стой. Капитал Транс. Товарняк затесался. Или как называют их, крытый. С пломбой, все нормально. 30. А тоже, слушай, АК-328. Слушай, а может это полиэтилен какой-нибудь, блядь? Что тут может в таком вагоне? Там кто-то сигналит еще. Но это пропан. Это высокого давления цистерна. Это вообще два контейнера. Тоже с какой-то жижей. Тут тоже АК-315. Что-то такое везут. 30-12-02. Химия какая-то. Опять остановится сейчас. Ну все, иди садись, Дима. Садись обратно. До хрена электровозов таких стало. Это что за поезд пошел? Опять ни одной таблички, блин. Опять ни одной таблички нет. Не, вот там есть маленькая, но далеко не видно. Я уехал. Вадим, а паровозик идет, да? Помаши, дядя. У него ВЛ 11, у него 4 пары, да, на вагоне. А у ВЛ 10 тоже 4, да, или 6 пар. Знаю, что у ВЛ 22 у него 6 пар. 5 полувагоны идут. Уголь куда-то таскали. Да? Rail Trans Leasing. Rail Trans Shol, блядь. Лучегорск, Дальневосточный. Собственник Промлогистика. 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 Веб-лизинг. Дима. Да. Чего не смотришь-то? Не хочешь? Не хочешь смотреть? Эти вагоны не интересные. Одно и то же, блин. Логистика. Что такое-то известь, что ли, была, блин. Да хрена у них, блин. Промлогистики. Веб-лизинг. Что у них? Пневмосистема, да? А эти у них запоры ручные, обычные. Одни вагоны низкие, блин. Одни высокие, хрен поймешь. Да, Дима? 20 тонн тары у всех. У низких, у высоких. Дима, Дима, смотри. Смотри, ВЛ-ка идет. ВЛ-10, да? Видишь? Давай, иди сюда поближе.
Поближе подойди сюда, вот так. Вот сюда вот так вставай его. Видишь, дядя едет. Видишь? Помаши ему, дядя. О. А какой красавчик идет, да? Радиаторы. Пара изношенная уже, блин. Опять самосвал эти полувагоны, блин. Это, наверное, груженный идет уже. А нет, он там есть, смотри, еще другие вагоны. Смотри, какой вагон. Что за вагон? Новый зерновоз, да, смотри. Это старенький зерновоз. Опять полувагоны. Новтранс. Этого полно ездит синих вагонов. Видишь, сколько железа, да? Видишь, сколько железа, все стучит. Там вон электричка еще идет, видишь? Вот смотри, электричка идет. Видишь, с той стороны, за вагонами. Нам электричка неинтересна. Тут это вооруженные. Новотранс. Новотранс. Угольные вагоны. Да, полувагончики идут. Сколько здесь металлолома, да, Дима? Если его сдать, машину можно купить, да? Одни колесные пары, блин, что стоят? Не, подожди, самый дорогой металл – это рельсы, да, получается? Рельсы, потом колесные пары. Самый дорогой лом. А эта жестянка, это уже там 12А. Такое вот идет. Рама там, может, 4А. И пружины вот эти все. Что-то мы херню какую-то начали рассуждать, да, Дима? Надо смотреть, это как на вагон, а не как на металлолом. Вон там бочки едут, видишь? Бочки. Вот смотри, один вагон РЖД затесался. И вот бочки пошли. Опять этот АК-305, блин. Чего они туда-сюда-то его возят, блин, ё-моё. А, Дима, вот такая у нас страна. Туда-сюда возим, блядь, АК-305. Он груженый или пустой, блядь? Новые пары, новые пружины на вагоне. Вот новые пружины. И старые пружины. С капиталки вагоны были. Колодки новые, старые стоят. Колодки лысые вон на вагонах в основном. Вот зерновоз пошел. Еще один зерновоз. Товарняк. Открытый. Еще один товарняк. Еще товарняк. О, видишь? И опять эта блямба сзади. Все, теперь садись на место. Иди. Все, садись, да. Туду ждем еще. Пока баба не позвонит, что в магазин приехала. Сейчас снимаем на планшет. Ой, в смысле на этот, на смартфон. Дима, паровозик. Иди сюда. Не, да смотри сам. Он прямо по этой ветке идет, Дима. Видишь, прямо по этой ветке идет. Пойдем. Маневровый. Против шерсти Дима едет, да? Как так? Против шерсти Дима ехал. Паразит. Да? О, смотри, еще один маневровый, да? Смотри, еще один маневровый идет. Такой же.
Остановился. Руки убери изо рта. Я же тебе говорил, грязные руки не суй в рот. А не надо тут отвлекать сразу внимание. И все, увеличение-то есть, нет? А, есть. То есть дальность можно здесь, да, прорисовать? Ничего, и как ее обратно опустить? А тут он обратно вернулся, что ли? Вот так вот. Увеличиваем 4 раза. Да, 4 раза увеличили. А обратно как? Вот так. Наискосок. О, Дима, смотри. Еще один идет. Так, нажимаем стоп. Видишь, Дима, паровозик идет. Руку убери изо рта. Маши, дядя. О. Дядя серьезный такой. Ох ты, какие вагоны! Почти целый КЗС, блядь. Комплексная зерносушилка. На нее похоже, блядь. Дима, смотри, какие вагоны. Что в них возят? Вот как раз вопрос к железнодорожнику. Смотри, аж 4 пары, блядь, стоят. Видишь, у нее? Что-то такое тяжелое, что здесь возят. Или что, или радиоактивное, или хер его знает. И состав-то коротенький, видишь какой? Видишь, Дима, какие вагоны, да? Это, наверное, пусковая установка какая-нибудь. Крышка открывается и ракета вылетает. Это снабжение, видать, здесь охрана. Да, здесь охрана. А здесь, наверное, запчасти, блядь. Вагон без пломб, пустой. Тоже значок сзади красный. А что это за вагоны? Узнаем в комментариях. Да, Дима? Узнаем в комментариях, да?